Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Продолжаем дальше постройку и покраску автомобиля ГАЗ-М1 от Звезды. Ну что, ребята, хочу сказать. Просохла краска. Уже самому хочется быстрее снять маски, посмотреть, какой у нас получился результат. Ну, начинаем снимать маски. Заодно как раз наглядно. И посмотрите, как они отходят от краски, как они снимаются. Вот. Вот так вот. Потихонечку, потихонечку, не спеша. Можно повернуть в другую сторону. Снял маски, ребята. Ну, смотрите, какой приятный, красивый камуфляж получился. Конечно, всегда самый страшный момент, это когда снимаешь маски. Потому что не знаешь, что ждешь, что получится, как, что будет. Ну, я скажу, меня результат очень обрадовал. Цель достигнута. Что хотел, то и получилось. Не сильно такой броский камуфляж. Ну, и в тот момент он интересно и красиво смотрится. Ну, остается теперь все дело за фильтрами, масляными точками, смывкой, чтобы более выразительно сделать машину, чтобы она больше заиграла. Ну, все смотрите в следующих частях. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Всегда рад подписчикам, всегда рад вопросам. С удовольствием на все отвечу. Как что делаю. Спасибо, ребята, за просмотр.